Всем привет, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, я всех рада приветствовать на своем канале. Я пришла сегодня с работы, быстро сбегала в магазин. Нет, вру. Я пришла с работы, отдохнула, как всегда. В Италии этот закон уже прям вошел в правила. Конечно, если есть возможность отдохнуть немножко. Ну и хоть и жара не спала, очень жарко, 35 градусов, сейчас 34. Быстро выехали в магазин, в наш магазин, купить для меня, как всегда, творог. Я там встретила огурчики. Сейчас я вам покажу. Наши хрустящие маленькие огурчики. Вот такой творог я купила опять. Это польский творог. Ну и вот такой тоже 0-0 сказка. Сказка, не творог, а сказка, в общем. 0% жирности. Капусточку нашу я там нашла, вот, качан капусты взяла. Вот, так, ну и цены. Я взяла себе творог, огурцы. Даже редиску я там купила, вот такая редиска хорошая. Нашинская прям редиска. Вот такой пучок редиски. Надо ее помыть. Она еще грязненькая, но хорошенькая. И вот такие огурчики. Вот, смотрите. Прям с колючками. О, видите, какие хорошие. Маленькие, в ручку помещаются. Итальянские огурчики, они прям такие огромные бывают. Ну, в общем, вот. Взяла чуть больше килограмма. Очень хорошие такие. Прям хочу или окрошку сделать себе. Я уже в машине ехала, представляла, что ж я буду делать. Окрошку хочу и салат хочу с помидорами и огурцами. И с редиской хочу салат, зеленый лук. И там даже был зеленый лук, но я не взяла. Вот, и уже эти все салатики я наши уже прям представляла. Потому что такие маленькие огурчики здесь в итальянских супермаркетах просто невозможно найти. Вот, это то, что в нашем магазинчике я купила, значит. Сейчас, ну и заехала в Лидл, купила кефирчик. Вот такой кефирчик тоже для себя. Кефир. И много-много. Ну и много-много своих батончиков. Так, про цены вот в нашем магазине. Так, что-то тут мне непонятно. 2,80. 2,80 что? Наверное, огурцы были. Да, 2,80 были огурцы. 2,80 были огурцы. Потом евро было 6,20 что? Кефир, это творог на 6,20. Рубль капуста на евро, капуста 1 евро всего, 6,20 огурцы и 1, 2, 3 вот таких евро 19, вот сказка творог, евро 19. И что еще? Ну и все. Вот. Ну, а эти батончики по 1 евро. Я штук 20 или 25 взяла. Кефирчик тоже по 1 евро в супермаркете. Ну и все. Так, сегодня партита. Сегодня матч. Италия играет. Не знаю, с кем играет. Но играет Италия. Все очень готовятся. В парках выставили огромные экраны. Болельщики все будут сидеть там, кушать, пить и смотреть этот матч. Так что, если получится, если Италия выиграет, все выезжают на улицу. Если Италия выиграет сегодня, мы тоже выйдем на улицу. И я вам покажу, как веселятся итальянцы. Ну а пока все. До следующего момента интересного. Пока-пока.